Ночью 0 градусов, в пятницу под утром минус 1. В ближайшие двое суток в Оренбурге и области ожидается похолодание. Ночные и утренние температуры упадут до нулевой отметки. Но горожане не замерзнут, заверили сегодня в мэрии. Отопление дали уже практически во все социальные учреждения. Завтра начнутся пробные топки в жилых домах. 4 числа плюс 10 дней, 10-15 дней, и мы должны выйти на режим. Но здесь еще, конечно, будет зависеть от того, какая будет температура. После окончания вот этой пробной топки город будет весь стоять на циркуляции, и в любой момент можно будет запустить теплоноситель и подать тепло в дома.